Сумма за первый день 72-71. Впереди команда «Время первое». Уважаемые зрители, на сегодня соревнования завершены. Мы ждем вас завтра в 17 часов. После завершения мероприятия будет организована доставка в микрорайон города общественного транспорта. Автобусы расположены по улице Большевистской. Также в направлении светотехнобстроя, Кирмаша и Юго-Запада можно последовать по маршрутам общественного транспорта с близлежащих остановок. Спасибо, до завтра, дорогие друзья.